Всем привет! Сегодня приготовим закуску капризе, или, как его называют, салат капризе. Нам понадобится свежий базилик, именно зеленый, моцарелла, помидорчики. Начинаем подготавливать наши ингредиенты. Начнем с помидорчиков. Нарезаем помидор примерно такой же толщины, какой у нас будет нарезана моцарелла. Берем моцареллу. Нарезаем такой же примерно толщины, как наши помидорки. Не сильно толстые, не сильно тонкие. Так, чтобы сыр не разваливался. Салат капризе получил свое название благодаря острову Капри в Италии. И выкладывается он тоже в порядке цветов флага Италии. Красный, белый и зеленый базилик. Теперь выкладываем ингредиенты на тарелку. Все по очередности. Помидорка, сырок и листик 2 базилика. Все, наша закуска почти готова. Посыпаем по кругу немножечко соли и перчика. Оливковое масло. Заправляем немножечко по кругу. Все, это оригинальный рецепт капризе. Но на этом мы не останавливаемся. Добавляем для вкуса соус песто на основе базиликов, сыров, оливкового масла. Я его перекладываю в пакет, знаете, как кондитерка. И по кругу потихонечку выдавливаем по всему салату равномерно. Вообще его кладут тогда, когда нет базилика. Или наоборот. То есть, ну, они друг друга заменяют. Но у нас будет капризе на максималках. Оно и сытнее, и вкуснее. И опять, это пока не все. Добавляем бальзамический уксус. Вообще его вываривают, но мы добавляем крем бальзамический уксус. Его сильно много переборщить тоже не нужно. Капельками выдавливаем также по кругу. То есть его в два раза меньше надо положить, чем самого соуса песто. Вот такой салат или закуска капризе у нас получилось. Переходите на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. Бон аппетит!